Изгиб гитары желтой, ты обнишь нежно, струна осколком меха пронзит тугую вниз. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж солнцем вяжет. Ты, что грустишь к бродяга, а ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все здесь в полю в горне мы всех сегодня вспомним. Чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами и песнями мы каждый год напомним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый дом наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно. Струна осколком меха пронзит тугую вись. Как жмется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как взлется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Эво, чули сте како Neša Jovićević, Nenad Jovićević peva i u večerašnjoj promenadi televizije Senjin. Neša nastupao inače u promenadama više puta, u stvari u promenadi više puta. Još u periodu dok sam radio svojevremeno na RTS-u u televiziji Novi Sad, negde početkom, kada je krenula promenada 95. 6. godine, tako? Baš da, 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 baš negde u samom početku. Mi, evo, vidite kako vreme brzo ide. Radojka, vi ste bili u ovoj emisiji, također bili ste tad kao glavni gost, večeras i vam se zahvaljujem što ste došli da budete prevodilac. Hvala i vam. Kakvi su utisci, gospođa Marija, kakvi su utisci o Novom Sadu, o svemu, niste nikad bili u Srbiji do sada? Pa, vi rešenje bavanje bavanje u Srbiji, kakve vaše pešetljenje što kasajca gorda Novi Sada? Да, я первый раз. Так вышло, что объехал всю Европу. Я везде побывала, кроме Сербии и Черногории. Да. Так уже десило, да, я пропутывала целую Европу, да, всюду была, осим Сербии и Черной Горы. Ну, я очень много читала об этой стране. Доста я читала о нашей земле. О тех горах. О каких-то пещерах и монастырях, древних, в которых сокрыто много тайн. У коих има много тайны. И я мечтала приехать сюда. Желала и мечтала да допутаю вам. Как только я вот приехала в Новый Сад, чем я дошла в Новый Сад? И сошла, вот мое ощущение, чувство, что вот я как домой приехала. А осетила, как да я дошла к кучи. Какой-то такой дом. Который, дом такой души. Вот я приехала как... Као да я дошла в кучу своей души. Вот у меня так я выдохнула и сказала, я приехала домой, и все так близко. Все близко и родина. Хотя язык трудно,
я пытаюсь слушать и понять. Покушала, да, слушаю язык и разум. Потому что очень много похожего. Има доста сличнук. Ну, мне трудно. Вот я не... Тешко я имам. У меня прямо желание возникло. Да, закрывала язык. Хочу концентрацию. Да. Хочу да. узнать больше культуру. И да упознавиш нашу культуру. Очень. И цивилизацию вообще. Да. Verovatno će se ostvariti i neka saradnja, pa će se pojaviti i ruski autori, neki od ruskih autora. Kakva je izdavačka delatnost dečih autora za decu, pisaca za decu u Rusiji? Da li oni prate, recimo, zbivanje u Evropi ili su isključivo vezani za svoj svet? Interesuje te što kasvajca izdavačstva produkcije knjig, для детей в России. Вот можно найти книги в Москве или вообще в России, которые переведены из Европы, или только русские. Да, Гарри Поттер у вас. О, Гарри Поттер читают все. Читают Гарри Поттера. Да, очень много есть те, которые переведены для детей. Много переведены книга, книга за детю. Я, допустим, сама зачитываюсь некоторыми книгами, переведенными. Сама много читанных переведенных книги. Вот, значит, и очень много наших авторов. А либо много и домашних авторов. Но новых боятся пока издавать. Издают больше старых авторов, которые... Ali, да, когда се плаше, да новые издают авторы, ради издают старые авторы за децу. Да, потому что раскрученных называется. Да, они, кои су довольно популярны и познаты. Но у нас есть очень много авторов, и я знаю лично, которые пишут много для детей. Много очень автора, хорошие книги, много я их читала. За децу, и то су веома добре книги. Но они еще не раскручены, как-то Ali, сказать, они маленькими тиражами. Они популярны, него су малым тиражем. Да. Штампаю. Очень много. Добро. Пока зиме еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет, мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня, пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай русскому же власти на властво в отцах слав, дай передишка щедрому, пусть до исхода дня, дай, ну дай раскаяние, и не забудь про меня, дай, ну дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верю мудрость твою, как верить солдату быть, что он проживает в раю, как верует каждое ухо речам твоим, как верует, и мы сами, не ведая, что мы творим, как верует, и мы сами, не ведая, что мы творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый Бог, когда земля еще вертится, и это ей страна самой, когда ей еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня, дай же ты всем понемногу, забудь про меня.
sad da privedemo razgovor kraju o planovima, o svemu onome što planirate u narednom periodu, gospođo Filatova. No, raskažite nam sve plane budućem izdici u Rusiji i uopće. Sve plane работы. План такой. От фестиваля к телепрограммам от фестиваля «Мир глазами детей» к телепрограммам по всем странам. Znači, od festivala Svet očima dece do televizijskih programa po svim državama. Od teleprogram k telekanalu. A od televizijskih programa da pređe na televizijski kanal. Posle rabote 2-3 года канала. И после рада 2-3 года канала. На 10 лет рассчитано. Строительство, не знаю где, первого детского города. Да се изгради не знаю где, još uvek prvi dečiji grad, а sve planirano da se uradi за 10 година. В котором будут дети жить и обучаться. У кого će živeti deca i obučavati se. Управлять странами. Како се управля државом. Как быть мэром, как быть президентом. Како ради градоначалник, како треба радить председник државе. А потом эти города должны как бы, это детское государство. Радите то, что, госпожа Филатова, радите то, что пре и что брже, да можемо наше руководство да шаљемо на обучавање. Построите этот город быстро, быстрее, потому что он хотел бы, то есть мы могли бы послать наших руководителей там обучаться. У детей. Да, детей. Да, да, да. Именно так и будет. Да, именно так и будет. Добро. Али, кажете ми, ко то финансира све? Что касается финансов. Значит, у нас уже есть один учредитель. Они имеют уже одного основателя. Так решили сделать организацию, что учредители являются российскими, как их назвать-то? Олигархи. Олигархами. Олигархи. И одного, и один русский олигарх. Большой олигарх. Великий. Но он не среди тех, которые вот светятся, не бирюзовый. Нечего не говорить, да, нечего говорить явно. Вот, он уже согласился. Он встречу приставая, да, после нашим учредителям. И одну четвертую часть... Телеканал – это очень дорого, это все. Одну четвертую часть того, что финансов. Одна четвертина финансия. Он нам готов дать. Он спреман да. Еще три... Какие финансы нужны для работы, ваших финансов? Финансы для того, чтобы осуществлять проект. Да. Проект. Да. Телеканал. Значит, за да. Телевизийский канал, да. Он дает четвертину. Это очень большая сумма, я не буду ее называть. И она не будет речи, колика эта сумма. И еще мы написали, еще троим. Još su trojica dobila pismo i čekaju odgovor. Što bi bilo četiri, mi hoćemo što bi bilo četiri. Da bi bilo četiri. Učrediteľa. Osnivača. Это то, с чего начинается, основа. То, она основа, от кого се почине. Потом, когда вот сейчас я хочу, чтобы здесь стала работать тоже телепрограмма «Мир глазами детей». Что она желает, да и овде почине да ради программа, телевизийский программ. Это небольшие деньги. Значит, «Свет очима деце», за то нису потребны велике паре. Вот, и мы будем для телеканала, вот мы так решили, что мы будем привлекать все мировые кинокомпании Испании, Америки. Решила, да, за тай телевизийский канал покушать, да, привлечь все светские телевизийские компании. Чтобы помогать открывать вот эти телепрограммы. Да, да. Если те телевизийские программы отворили. Да, я хочу, чтобы вот Радуйка, мы решили, написали протокол. Значит, мы написали протокол. В котором мы здесь учреждаем вот филиал. Коим се овде основа филиала. Филиал от Москвы. И московского канала. И мы хотим разыскать по всей Сербии и Черногории детей. И тражим по целой державе нашу детцу. Которые снимают кино. Коя снимаю фильмовы. И подключить их тоже. И да их уключиваю в радово канал. Если таких не найдется, то я думаю, что мы организуем это. Ако таких нема, она мисля, да че то само организовать. Да. Да. Что вы кажете нешо, вы сте новинар, како ви тумачите и ову идею и мислите ли да ће она добро проћи код нас? Па, верим да хоће, зато што рекли сте сам новинар, што и заправо јесам, и знам да у оном делу који ми зовем Уша Србија, у неким малим местима, попут Лознице, Шапца,
i drugim. Ima sjajnih kinosekcija i imao sam prilike da vidim te radove. Verovatno su oni, oni nisu možda na toj, na tom nivou koji su radovi ruske dece, ali mi moramo priznati da ruska deca, deca u Rusiji imaju odakle da uče, jer kad pogledamo rusku kinematografiju od pominjanog kojeg je gospođa Filatova pominjala, Dziga Vertova, maga montaže, zapravo čovjeka koji je osmislio savremenu montažu, od koga se zapravo počeo, da ne govorimo i njegove savremenike, onda je sigurno toj deci već taj jezik, znači jezik filma, jezik montaže, daleko prijemčivi, ali i naša deca sada je internet i sve ide i verujem da mogu da, da urade, naprave sjajno delo, ako ništa drugo možda neće biti tehnički na tom nivou, ali zasigurno temama, jer naša deca su... I nešto, šta će biti posljednja vaša pesma za večeras? Pa opet ću da ociram rusku pesmu Tri goda ti ne snijas. Izvolite. A evo, ja ću dotle samo da još malo popričam sa gospođom Filatovom o vašim planovima. Znači, ovo smo govorili ovde kada je u pitanju, znači, vaša organizacija. Koliko ona godina traje? Сколько лет ваше? В 2001 году. Ste napravili. Da, veste mi sad, dolazite iz Rusije, ovde se komentarišu razni događaji u Rusiji, pa između ostalog i Putinova aktivnost ukidanja nevladinih organizacija. Naime, da nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva ne mogu primati pare iz inostranstva, nego isključivo da se finansira iz domaćih sredstava. Вот, его интересует, как в России люди, что в России люди думают о том, о решении Путина там прекратить финансы некоммерческим организациям в России. Положительные люди думают положительно. Правые люди мысли онако, как треба, позитивно. Потому что некоммерческая организация должна заниматься не политикой. А за то, что се невладина организация не должна бавити политикой. Она должна решать проблемы стариков и детей. Она мора да решава проблемы стараца и деце и омладине. И да поможе държави. И помогать государству. И помогать государству, да. Да. А не да се мрзи своя държава и свой народ. Что? Хотела еще сказать. Хотела еще что-то даже. Вот я хотела бы сказать о России, что сегодня Россия – это как планета Луна. Она, Россия, данас као месяц. На которой две стороны. Коима две стороны. Одна пока теневая, другая… Одна в сенсе, а другая на светлу. Вот, вот в эта теневая сторона, там очень много спрятано талантов. Там у той стороны сенке има много талантов сокривенных. Вот. И когда взойдет солнце, и когда изойдет солнце, а оно скоро взойдет, то осветится и та сторона Луны. Изойдется истока, осветлится она сторона месяца. И Россия заблестит, как миллионы бриллиантов, красотой талантов. И Русия ће засветлити миллионима бриллианата лепоте талената. Хвала вам много. Сад ћемо да чујемо нешу. Ево, ајде. Мне тебя нравить би надо с песней соловиною. Sarah.
Тысбей надо с первой красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось, какие вечера. Ты, года ты мне снилась, осветилась вчера. Samo kraja večerašnje emisije, poštovani gledalci, dame i gospodo, to bi bilo sve za večeras. Zahvaljujem se gospođi Mariji Filatovoj, koja je bila večeras gost u Promenadi televizije Senjin. Ona je inače gost festivala u Novom Sadu, festivala evropskog filma koji organizuje Kulturni centar u Novom Sadu. Hvala gospođi Radojki Stepanov-Mušić, koja je prevodila ovaj razgovor. I hvala gospodinu Nenadu Jovićeviću, kantautoru, koji je pevajući evropske pesme našoj gošći pokušao da pokaže da i ovdje ima ljudi koji vole pravu drugu muziku.